Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. З 1 кастрычніка жыхары Беларусі змогуць атрымліваць безнаяўныя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за жыллёва-камунальныя паслугі. Іх прадаставяць, калі сума камунальных плацяжоў перавышае 20% ад сукупнага даходу сям'і, якая жыве ў горадзе, і 15% ў сельскай мясцовасці, прычым толькі ў межах нарматыўнага спажывання. Падрабязнасці ў Марыны Север'янавай. У лістападзе некаторыя беларусы ў сваіх паштовых скрынях знойдуць новыя квітанцыі. У іх будзе адлюстравана сума атрыманай безнаяўнай жыллёвай субсідыі. Напрыклад, на Гомельшыне прэтэндаваць на такую дзяржаўную дапамогу змогуць каля 15% жыхароў. Субсідыі прадаставяць толькі на аплату асноўных жыллёва-камунальных паслуг і, нагадаем, толькі пры іх нарматыўным спажыванні. Гэта значыць, што расходаваць, напрыклад, электраэнергію альбо газ можна колькі заўгодна, але дзяржаўную дапамогу будуць налічаць у отповедности с их нормативным споживанием. Безналичная жилищная субсидия предоставляется на оплату части основных жилищно-коммунальных услуг, к которым относятся техническое обслуживание, отчисление на капитальный ремонт, это плата за услуги горячего, холодного водоснабжения, отопления, канализации, плата за услуги газоснабжения. К этим услугам относятся электроснабжение, которое потребляется на освещение квартиры, на бытовое электропотребление. Ажыццяўляцца такая дапамога будзе па двух прынцыпах. Выяўным, значыць аўтаматычна, і заяўным, самастойна. У першым выпадку гэта тычыцца наступных катэгорый грамадзян. То, что касается выявительного принципа, то право на начисление этой безналичной жилищной субсидии имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, установленные государством сроки и получающие эту пенсию, но не работающие. Кроме этого, имеют право на получение безналичной жилищной субсидии по выявительному принципу те граждане, которые являются инвалидами и не работают, неработающие инвалиды. Кроме этого, у этих граждан в составе семьи не должны быть работающие члены этой семьи. Остатние граждане для отримания допомоги повинны звернуться в ответные инстанции. Заявительный принцип предусматривает обращение гражданина в службу субсидирования с соответствующим пакетом документов. К этим документам относится документ, удостоверяющий личность гражданина. Это паспорт, это свидетельство о рождении и другие документы, в том числе и пенсионное удостоверение. А также те сведения, которые содержат информацию о совокупном доходе семьи. Документы, якія даюць права на атрыманне безнаяўных жыллёвых субсідый, прыйдзецца перыядычна абнаўляць. Той, хто будзе атрымліваць дапамогу па выяўным прынцыпе, павінен гэта рабіць раз у квартал, па заяўным – раз у паўгода. На працягу кастрычніка ва ўсіх жыллёва-камунальных гаспадарках з'явяцца аддзелы субсідзіравання. Туды, акрамя падачы дакументаў, можна накіраваць і свае пытанні, што тычыцца нюансаў прадастаўлення безнаяўных жыллёвых субсідый. Марына Север'янава, Валерый Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Невялікі асартымент прадукцыі ў аўталаўках, дрэнныя дарогі і недастатковае асвятленне сельскіх вуліц. Гэта толькі некаторыя праблемы, якія падчас сустрэч з мясцовым кіраўніцтвам агучваюць жыхары Жыткавіцкага района. Як пачуць людзей і прыняць неабходныя рашэнні? Разам са службамі выканаўчага камітэта ў адзін з сельсаветаў выехаў Алег Сенцероў. Живы диалог, менавіта так у Житковском районе называют встречи керавництва ваканкама с мясцовым населением. Каждый месяц у всех службы ваканавчего комитета выезжают у конкретный сельский совет, как на место доведаться о проблемах, которые хвалюют людей. По померах территории Житковский район другие на Гомельщине. Отдаленность шерого населенных пунктов от райцентра означает, что далеко не каждый вязковец приедет у ваканкам, как поведомить об мясцовых проблемах. Есть зразумелый телефон, але коли пытание необходимо мерковать деталево, он не самый лепший помощник. Живый диалог – это спроба районного керавництва самим прийти до людей. У Ленинском сельсовете 11 населенных пунктов, и у каждого из них отбываются встречи. Нельзя сказать, что размова всюду проходит спокойно, а лишь и огученные темы для вязковцев соправды, кто
актуальные. Той же ремонт дорог, например, зрозумело, что сроков для приведения их у порядок в бюджете не хапая, але и покидать ситуацию без уваги нельга, особливо с обликом надоходящей зимы. Правда, от идеи притягнения для этих мет сбережения у людей у районе покуль отмовились. Я думаю, в первую очередь они должны думать о благоустройстве. Дороги, я очень сомневаюсь, что наши люди смогут вложить такую лепту, учитывая, что использование одного автомобиля или машины как минимум 3 миллиона рублей. Особный блок огученных проблем об работе местного гандлю, то ассортимент продукции у автолавках вельми уже незначный, то чеки не выдают, то еще и термин реализации пропонуемых товаров давно скончился. На отсутность ветливости с боку продавцов у такой ситуации шмат кто увагу уже не звертая. Проблема оказалась настолько серьезной, что теперь работу автолавок у Житкинском районе будут контролировать специальные мобильные группы. Якость гандлевого обслуговывания у невеликих вёсках увогуле тема, якая потребует принятия конкретных решений. Больше уваги звернуть и на осветление сельских улиц. Лямпочки и их замена каштуют не танно, а лишь и у темры в 21-м сагоде жить нельга. Иншая справа, что у идеале сами лямпы можно было бы заменить на сучасные энергосберегающие, якие до того же еще и працуют больше протяглый час. Але для этого так само потребные сродки. Мы же, естественно, на каждом столбу повесить лампочку не можем. И если взять населенные пункты малые, там не такое большое движение в ночное, в вечернее время. То есть мы считаем, что этих лампочек достаточно, которые есть. Там тоже висят люминесцентные лампы, но менее экономные. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Житкевский район. Памятный знак мирным жыхарам, якія загінулі ў гады вялікай айчыннай вайны, з'явіўся ў Октябрскім раёне. Гранітны камень з таблічкай усталяваны на месцы, дзе ў сакавіку 1944 года нямецка-фашысцкія захопнікі стварылі перасыльны канцлагер для мірнага насельніцтва. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. У сакавіку 1944-го у вёсцы Мікуль-Гарадок на шляху да трагічна вядомых азарычаў фашысцкія захопнікі стварылі перасыльны канцлагер для мірнага насельніцтва. Тут знаходзіліся ў асноўным жанчыны, дзеці і састарэлыя, якія гінулі ад знясілення і хвароб. Нас было ў сям'і 6 чалавек, дзяцей, маці адна. От, вадзіла нас па балотам, па гэтым, па лясам. От. Пасля з этой деревні Медведаў мы попали вот сюда, у Мікуль-Гарадок. Калі ў яго родную вёску прыйшлі акупанты, Міхаілу Старавойтаву было ўсяго 2 гады. Жахі таго перыяду ён, малалетні вязень, памятае кароткімі ўспышкамі, якія адбіліся ў дзіцячай свядомасці. Аднак праз усё жыццё ён пранёс думку. Памяць аб гэтым патрэбна захоўваць усімі магчымымі сродкамі. Хацелось бы, чтобы больше такого не повторилось. Вот, поэтому должны делать все возможное, чтобы не было такого. Идея памятного камня была озвучена давно, когда бывший председатель Любанского сельского совета Зайцев Александр Алексеевич установил памятный камень, вот этот, который нашел тоже где-то здесь недалеко, возле Микуль-Городка, на месте, именно там, где находился, был расположен пересыльной этот пункт. Да? Но он там не прижился, это в лесополосе, там посадили лес, разрабатывают нефть, добывают, поэтому и туда неудобно добираться, поэтому в этом году было решено этот памятный камень облагородить, облагоустроить вот эту местность. Сучасный помник представляет собой гранитный камень со звездками об сотнях загинувших у перасыльным лагеры у Мікуль-Гарадку. Зараз помник находится у зручным месце каля трассы, и каждый жадающий может наведать это место, каб отдать данину поваги мирным жыхарам, ахвярам Великой Айчынной. Я думаю, что это знаково и для района, и для сельсовета, тем более и для жителей. Все жители окрестных деревень со слезами на глазах, многие вот восприняли это вот событие, вот это, что мы наконец-то смогли сделать это всеми усилиями. Алена Василюк, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Октябрьский район. Сумная новина прийшла у наш коллектив. На 80-м годзе життя перестало биться сердце нашего коллеги, сябра, клопотливого сем'янина и чудового человека Владимира Константиновича Протопопова. Владимир Константинович Протопопов стоял ля вытокаў стварэння гомельской студии телебачення, где он працавал больше як 35 годов. У якості ведучага телевізійнага аператора. Высокий професіоналізм, великий творчий потенціал, глибоке почуття адказності дозволяли йому на протягу усієї працівної діяльності створати високомастацькі телевізійні передачі для самої різної аудиторії глядачів.
Заслуги Уладзіміра Пратапопова былі адзначаны медалём за доблесную працу. Сябры і калегі заўсёды па вартасці шанавалі Уладзіміра Канстанціновіча за неабыякавае стаўленне да справы, стараннасць, уважлівыя адносіны да людзей. Нават будучы ў апошнія гады на заслужаным адпачынку, ён не парываў сувязяў з калектывам, перадаваў свой шматгадовы вопыт маладым. Калектыў тэлерадыёкампаніі «Гомель» выказвае глыбокія спачуванні родным і блізкім Уладзіміра Канстанціновіча. Мы глыбока смуткуем разам з вамі. Памяць аб Уладзіміры Пратапопаве назаўжды будзе жыць у нашых сэрцах. Працягваем выпуск. Сёння ў рэгіёне распачалася дабрачынная акцыя «Клопат», прымеркаваная да міжнароднага дня пажылых людзей. Ініцыятарам выступіла Гомельская абласная арганізацыя Беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». Гэтая акцыя праводзіцца штогод. Сёлета мерапрыемства праходзіць пад дэвізам «Зробім жыццё пажылых людзей саладзейшым». Менавіта таму адным з месцаў правядзення быў абраны магазін кандытарскай фабрыкі. Тут валанцёры прапанавалі пакупнікам набыць невялікі падарунак і напісаць пажаданне для пажилого человека. Только за первые 2 часа акции поспели собрать каля 6 килограммов печива, шоколаду и цукерок. Все это у початку кастрычника передадут одиноким пожилым людям, тяжкохворым и инвалидам. Вы знаете, что наши люди с каждым годом все более, наверное, активнее принимают участие в благотворительных акциях, вообще в благотворительности. Волонтеры приглашают принять участие в акции, рассказывают цель акции. И люди, конечно, немного удивлены, что мы собираем именно сладкие подарки. Они ожидали, наверное, что мы будем собирать что-то другое для этих людей. Но в этом году мы почему-то подумали, что, может быть, действительно, пожилые люди, так же, как и маленькие дети, особенно любят сладости. И хотим сделать немножко слаще их жизнь. Увогуле сёння ў вобласці было арганізавана каля 30 такіх пляцовак на рынках, у гіпер- і супермаркетах. Дабрачынная акцыя «Клопат» працягнецца да 5 снежня. Да яе далучацца больш як 2000 валанцёраў «Чырвонага крыжа» і навучэнцаў установ адукацыі. У рамках акцыі яны таксама правядуць збор гародніны, якую ў далейшым даставяць адзінокім пажылым людзям. Дарэчы, такой падтрымкі ў нашым рэгіёне чакаюць каля 14 тысяч чалавек. Менавіта столькі адзінокіх пажылых людзей а зараз проживаю в Гомельской области. Сёння православная царква святкуе узвіжанне пачэснага і жыватворнага крыжа Господняга. Такая поўная назва свята, якое звычайна коротка называюць узвіжаннем. Гэта адзінае 12-е свята, гістарычнай асновай якога з'явіліся не толькі новазапаветныя падзеі, але і больш познія з царкоўнай гісторыі. Устанаўленне свята звязана з падзеямі 4-га стагоддзя, калі святы роўнаапостальны Канстанцін Вялікі зрабіў гнанае рымскімі імператарамі хрысціянства дзяржаў рэлігіяй. Неўзабаве пасля гэтага маці Канстанціна, царыца Алена, адправілася ў Іерусалім з мэтай здабыць найвялікшую святыню хрысціян – крыж, на якім пакутаваў і памёр Усявышні. Такім чынам была знойдзена пячора гроба Гасподня і непадалёк ад яе 3 крыжы. Крыж Ісуса Хрыста быў вызначаны тады, калі хворая жанчына, на якую іх па чарзе ўскладалі, атрымала вылячэнне. З тых часоў і гавораць, калі на ўзвіжанне з верай памаліцца ля крыжа, то ён і мёртвага падыме. Крыж узносіцца і перамагае, не гледзячы ні на што. Церковь напамінает нам, чым же является крест для каждого из нас. Крест для каждого человека – это символ любви, символ послушания, символ жертвы. Крест – это символ победы. Победы жизни над смертью, которая была обретена очень большой ценой. Сам Сын Божий пришел к нам в мир и претерпел большие страдания для того, чтобы мы, люди, могли жить. Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам плённага вечара. Да новых сустрэч у эфіры.